Ребят, соберем 50 лайков для нового вызов духов. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Каратели Мифологии. Сегодня с вами я, Рурет. И да, ребят, как я говорил в прошлом вызове, может быть, сегодня опять будет очередной вызов. И да, сегодня очередной вызов, ребят. В общем, как это странно не звучало, сегодня мы будем вызывать дух грибной эры. В общем-то, ребят, сначала объясню. Существует такая игра, достаточно интересная, от компании Нефасофт, кто знает, это русская компания, 2008 года, кстати, игра, которая называется одноименным названием «Грибная эра». В общем-то, рассказывается про девушку Веру, которая путешествует по времени и ищет своего мужа, который бесследно пропал, когда создал машину времени. В общем, когда он создал эту машину времени, он там попытался ее протестировать, и, в общем-то, он застрял где-то во времени, и она начинает его искать. Так вот, она отправляется на 100 миллионов лет вперед, и обнаруживается, что через 100 миллионов лет вперед будет эра грибов. То есть, вот, чтобы у вас было представление, то есть, вся планета будет в грибах. Вот именно и поэтому сейчас я и буду вызывать дух грибной эры. В общем, что для этого вам понадобится? Вам понадобится нарисовать гриб, я распечатал, и вот с таким, и вот, нарисовать гриб именно с лицом. Я распечатал этот гриб, чтобы был красивый, как бы, и вот такое лицо в нем нарисовал, такое не очень хорошее. Вот, и, в общем, нужно еще заклинание, чтобы, так скажем, заклинание, чтобы эту дух грибной эры вызвать. Вот, в общем, это заклинание, что надо призывы говорить, вот, можете кто списать, ну, вы можете и так списывать с моих слов, а что надо это говорить, то, что в конце. Вот, ребят, в общем-то, сейчас мы опять же вернемся к вызову, только хочу вам опять сказать то, что это, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Вот, ссылка опять же будет, как всегда, в описании, и обязательно и можете задавать вопросы, тоже вступать в группу по вопросам, тоже будет в описании, наверное. Вот, так что, ребят, в общем-то, давайте начнем, не буду медлить. В общем, когда мы вызовем грибную эру, как бы дух грибной эры, в этой комнате мы должны находиться только в комнате, надо вызывать в квартире, где мы находимся. То есть я нахожусь вот тут. После того, как мы вызовем, ну, этот дух, то тогда мы должны почувствовать то, что, не знаю, знаете, у нас как-то гипнотизирует, что-то у меня начнет кружиться голова. И тут будет такой, знаете, так скажем, запах грибов. Ну вот, представьте, как запах грибов. Вот. И вот что должно произойти, в общем. Вот. Не знаю, правда это или нет, ребят, откопал это я просто с глубин самого интернета. И я не знаю, правда это или нет. В общем, да, помадки, короче, вы поняли, да? Мне кажется, это все будет фейк, потому что, ну, блин, я, конечно, не знаю, что будет через 100 миллионов лет вперед, но дух грибной эры. Ладно. Ладно, ребят, давайте начнем к вызову. Вот, ребят, дух достаточно. Вот, дух, как его зовут, достаточно средний, так скажем. Но опасности никакой не имеет, в принципе. Но он достаточно средний. Ладно, ребят. Фух, я, если честно, очень боюсь, потому что игра сама не очень приятная. Вот. Там неприятно, там это, в грибной эре вообще ужасные звуки издаются. Мне ужасно, короче, будет стрёмно вызывать сейчас, но это достаточно средний дух. Ладно, ребят. Фух, поставьте, пожалуйста, палец вверх. И погнали. Эра грибов. Восстань. Проникни в мой мир. Тот свет, который я видел, больше не будет моим. Так, ну что ж, ребята, теперь я не должен выходить из этой комнаты. Ой, блин. Реально как стрёмно так вызывать сейчас. Но это никакое ничего не должно выскочить. Ух. Ё-моё, это соседи.
если чё. Так, ну, я еще нюхаю, так, потому что... Так, ну нет, ничего пока не происходит. И мне кажется, это фейк, ребята. Ну как можно вызвать то, что и к игре относится, компьютерный причем? Вот, рекомендую пройти игру, игра шикарная, вот. Хоть и это и квест, но все равно. Ну, ничего пока не происходит, я ничего не вижу. То есть, ну, не должен видеть. Ой. Ребят, что-то другим каким-то запахом запахло. Реально. Знаете, как будто, не знаю, как будто реально, вот, не знаю, ну, что это за запах, но это как будто, не знаю, деревом, что ли, пахнет. Ну, какой-то лесной такой запах. Реально. Ребят, ё-моё, ребят, у меня начала кружиться голова. Твою мать. Этот запах еще стал сильнее. Ё-моё, у меня кружится сейчас реально голова. Ё-моё. Офигеть, ребят, я сейчас упаду. Блин, так, все, изгоняем. Так, то, что желанно мне... Блин, еще раз. То, что желанно мне, вернись на этот свет. Свет беречь я буду и буду защищать. Ой, так, блин, ребят, блин, ужасно кружила голова. Так, а сейчас уже получше. Вы серьезно? Блин, ребят, пипец полный. Я не понимаю, что это было. Ну нафиг, а? Фух, блин, ребят, я так испугался. Фух, с вами-то не одиноко будет тут. О, блин, ребята, я так испугался, пипец полный. Вот, игра достаточно просто, из чего я это грибную эру эту достаточно боюсь вызывать, потому что там не только там грибная эра и страшный звук, там вообще, в общем-то, живет такой гриб, который гипнотизирует людей. Вот, в общем-то, этот гриб ужасно просто выглядит, и вообще, и когда он гипнотизирует людей, там, ну, просто ужас. Не знаю, во что люди превращены. Ну, это, короче, ребят, можете пройти, игра платная, нет, не фасов, на сайтах вы можете ее, ну, так скажем, спирать. Но у меня лицензионная была версия, которую я уже принес в архивы, потому что вот, ну, ребят, короче, ну, нафиг, а? Не хочу видеть эту морду, и это тоже не хочу. Ну нафиг, ребят, реально, пипец полный. Вот, блин. Все, не хочу видеть эту морду, ё-моё, гриба. Все, иди ты нафиг, а. Через 100 миллионов лет вперед. Мы увидимся. О, блин, ребят, ну фу, нафиг, реально. Ну, в общем, ребят, я достаточно напуган. Но уже немного отхожу. Вот, ребят. В общем-то, я очень прошу поставить лайк. Вот, и, ребят, вот, у меня опять новая дискурсия включилась, 50 лайков, новый вызов духу. Я все-таки выпустил, потому что немногие прочитали коммент, но вот я уже в начале видео самым сказал, но вы понимаете, что. Так что вот так вот, ребят. Ладно, ребят, все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайкосики. Если ты впервые на моем канале, подпишись на канал. Если любишь смотреть вызов духов и мистику. Советую подписаться. Все, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!